Че у тебя вид такой испуганный? Ты Маракеш. Скажи, где мы, чем мы вообще, куда забрели? Марокко. Марокко. Решили заморочиться. Ой, вы пацаны. Отбился от рук совсем. Ужас. Мы занимаем второе место мира. После кого? После России, правильно, видишь? Ты хорошо учили историю. А сейчас пройдем к таможник и с вами. У вас паспорта есть? Нет. А как зайти теперь там? Я только шучу. Ну, а не может сейчас замужем приходить за тем, который работает. И вот смотрите, там, где рыбаки стоят, они очень опытные.